Йоу, ребята, всем добро пожаловать у микрофона, как всегда РМЗС, возвращаемся в КС-очку и сегодня начинаем играть на новом и замечательном зомби-сервачке под названием Zombieland. Все ссылочки на него будут, как всегда, в описании, сервачок безумно эксклюзивный, безумно новый, поэтому сажитесь поудобнее, желаю всем приятного просмотра, кто кушает, приятного аппетита и, конечно же, зимнего хорошего новогоднего такого настроения. Но мы, в принципе, начинаем. Сделаем сегодня полный обзорчик сервачка, посмотрим, что он из себя представляет. Сделаем оценочку его, поэтому, думаю, вам, в принципе, всем понравится. Вот, погнали с самого стандартного. Ножи здесь тоже эксклюзивные. Все, сейчас посмотрим. Оружейка, получается, калашек в начале раунда. Вот такой вот с эмочкой такого вот цвета замечательного. И, в принципе, дигл. Стандартные вот такие вот оружия, сеты. Так, граната огненная получается, коктейль молотова и заморозка. Выглядит вот таким вот образом, с такими эффектами. Так, по ножам здесь получается лезвие, урон плюс для раунда титана, это дьявола получается. Далее у нас идет золотой рыцарь отброс, это вот такой вот, который я держу в руках. Очень красиво смотрится. Далее, так, найф. Далее у нас идет Сапиентия, какая-то скорость дает, вот такой вот тоже клинок, первый раз вижу, замечательно выглядит. Далее топор для випов, ну обычный хаммер. Далее идет коса смерти для админов. И в принципе последнее, Сторм Гигант, это для боссов, вот такой вот тоже замечательно. Но я буду золотым рыцарем играть, он мне прям больше всего понравился, очень красивый, очень интересный. Вот, поэтому как-то так. Таким вот образом модельки игроков выглядят, вот ради интереса. Мне нужно посмотреть еще, кстати, этот кам или команда работает от третьего лица. Да, у меня точно такой же, в принципе, скин. Можем разные вот сверху, сверху слева, вот так вот. Короче, вот такие вот разные режимчики. Очень круто смотрится. Вот, далее, что у нас идет, получается, пацаны. Далее у нас паутинки, кстати, нету почему-то. Но сейчас посмотрим по магазинчику. Граната аквариум, коктейль молотова. Здесь все понятно. Лимит брони здесь у нас идет 250. Лазерные мины можно иметь две штуки. Вот таким вот образом они выглядят. То есть стандартненькие. Далее у нас что идет? Давайте посмотрим по магазинчику. По магазинчику лазерные мины показал. Нет, отдачи можем покупать. Вот так вот все работает. Пистолет Lion Gun. Давайте посмотрим, где он у нас. Так, а почему он Lion Gun? Так, вот, вот таким вот образом выглядит замечательным. Далее пистолет Дбал... Ух ты ж, нифига себе анимации. Так, а что это такие за анимации, пацаны? Я двигать камеру не могу. Администратор сделал себе... Блин, прикольно. Это, короче, раунд Титана, Дьявола. Дальше пистолеты у нас вот такие, как Dual Infinity идут. 150... А нет, полтора миллиона хп, пацаны. Нифига себе у Дьявола хп. Пистолет King Cobra. Вот такая вот. Далее дробовик Rail. Вот таким вот образом выглядит. Далее идет Gboa Dragon. Это вот такая вот лаз... А, нет, это автоматик у нас идет. Далее у нас идет дуал УЗИшки. Двойные такие вот УЗИшки. Тоже красивые. XM8 Мигзу. Вот такой с тяночкой, да? Такой замечательный. Скул 300. Шутку в студию про тракториста, пацаны. АК-47 Крафт. Вот такой, блин, прикольный, кстати, очень мне нравится. Вот такая вот моделька замечательная. Далее идет у нас, блин, магазинчик очень большой. АК-47 АКМ Скул Лонг, тоже с прицелом. АТ-15 Блу Скай. Вот такой вот Скул 5 винтовочка. Далее ПСГ-1 Балрок. Давайте посмотрим, это уже типа дробовичка, как... Нет, как снайперка даже. Окей, дальше... Так, это ТПГ-42 было, да? Нет, вот ТПГ-42, это такая уже винтовка. Она, кстати, я думаю, побольше будет сносить по хпшкам и по урону. Так, дальше ОЗ-1 МГ. Это вот такой, нифига себе. Что это такое, пацаны? Блин, да я даже хочу посмотреть. Прикольно смотрится. Это как миниган получается. Да, вот таким вот образом выглядит. Круто, круто, классно.
Дальше. Так, здесь показали мы вроде бы, да? УЗ-1, пулемет М134 Хэра. Это вот этот вот... А, нет, это второй уже миниганчик. Вот таким образом он выглядит. Ну, тоже прикольно. Паки, кстати, очень быстро копятся. Посмотрите, было 84 пака, уже 89, 91. Так, а в голову вот здесь... Ну, нет. Без разницы, куда мы стреляем. И бесконечные пули можем купить. И прямо так вот фармить. Фармить, фармить, фармить. В углу вот так стоять. По два пака нам, в принципе, дается. Спокойно, стабильно. И можем вот так вот выживать. Дальше, по классам зомби. Психо опасно написано. Доктор Ай скорость. Боксер дух на G. Детка Айс гравитация. Толстяк Айс ловушка на R. Вуду Айс крик на R. Ревенант Файр для випов. Айс для админов и мастер стихий для боссов. Здесь три привилегии всего, вот. Далее, способности на Z, на X. У нас есть способности ускорения и невидимости. Тоже очень круто сделано. Дальше, застрял мы, не застряли. Возродиться, за зомби, за людей можем. Личный кабинет. Личный кабинет, здесь чуть-чуть попозже перейдем к этому. Купить привилегии, цен на привилегии у вас на экране. Аккаунт на 1 месяц 150 рублей, випка. Админка плюс випка на месяц 350, босс на месяц 650. Контакты создателя, вот указана ссылочка на его ВК. Также оставлю группу и сайт, вот, сможете там все посмотреть, в общем. Так, окей, погнали на тот спаун, значит, дальше, что у нас идет? Дальше, менюшечка випа. Здесь у нас взять евро, броню, жизни, немезиду можем и выжившего, то есть тоже очень классно. Золотые оружки, это калашик золотой у нас, то есть тоже все стандартно, нет отдачи, давайте еще купим, и бесконечное поле, вот так вот. Вот так прям идеально, три прыжка в воздухе получается. Гоу на КТ спаун, вот напишу админу. Дальше у нас получается эмочка, дуал Барретт, SL8 и М60. Вот такой вот скин, кстати, ревенанта, очень красиво выглядит, прикольненько, прикольненько. Вот такой вот ревенантик у нас. Вот такой замечательный, прикольно, красиво смотрится. Дальше менюшка админа, здесь тоже евро, броня жизни, управление зомби-модом. Это сделать дьяволом выжившим, пустить куча на куча, зомби возродить, чума и так далее. То есть тоже все понятно. Управление AMX-мод-меню, это кикнуть, забанить, сменить карту и так далее. Тоже все понятненько, друзья мои. Вот, и в принципе здесь все. Здесь все получается. Дальше мы переходим, пацаны. Так, а босс меню вроде бы личный кабинет. Здесь сменить карту. Вот можем. Это типа как РТВ. Выдать евро. А вот, босс может выдавать евро. То есть дать евро, к примеру. Вот Рамзесу давайте. 100 евро выдал. То есть вот так вот можем тыкать, нажимать и выдавать игрокам. То есть тоже прикольненько. Далее, кристальное оружие. Это за бо. Давайте спросим, а как фармить бо? И что такое бо? Спросим у админа. То есть как минимум сразу же сходу могу сказать, что сервачок довольно-таки балансный, пацаны. Это однозначно. Покупаются отдельно. Так, через сайт, да? Или тебя. Вот, короче, эти вот бошки вы можете покупать, в принципе, все верно. Да, через главного админа. Ссылочка будет тоже в описании. В общем, здесь кристальный дигл идет, вот таким вот образом выглядит. Кстати, урон прям бешеный, посмотрите, какой урончик. Далее у нас идет, в принципе, друзья мои, кристальный калашик. Тоже сейчас по урону вообще просто имба лютая на самом деле. Вот, далее у нас идет эмочка. Вот таким вот образом она выглядит тоже. Посмотрите, как по урону сносит очень-очень много хпшек. Прям за секунду можно убивать зомбака. Дальше, кристальная тандербол. Короче, 50 бошек стоит. Это вот, я думаю, прям она безумно мощная будет. Давайте посмотрим. 20200 хп. По 4000 хп и по 18 паков нам дают. Нифига себе, пацаны. Так, окей, давайте в голову прям. Да, в голову по 18 паков дают. Это имба, пацаны. Это просто имба. И вот дигл мне нравится. С дигла тоже. Вот прям дигл вообще фиг... А, нифига себе, он скорострельный. Вы хоть раз видели такой дигл, пацаны? Я впервые такой вижу. Здесь прям можно... Офигеть.
Я хочу еще раз попробовать потестить на зомбаках. Так, окей, где у нас зомби? Чтобы мы на зомбаках потестили данный дигл. Такие перчатки, безумно крутые перчатки на самом деле. Вот, это кто у нас? Это зомбак или человек? Прикольно смотрится. Стой, братан, не двигайся. Так, давай, давай вот так вот посмотрим, заскриним. А возьми пушку в руки, миниган. Это выживший или кто это? Вот, стой, я сейчас заскриню тебя. Так, вот такой вот тоже красивый, очень красивый скин. Вот так вот выглядит. Блин, мне безумно нравится. А это что за моделька? Давайте спросим. Так, ну это не зомби, это человек. Получается, я думаю, это может быть выживший, наверное. Вот, моделька зомбаков вот таким вот образом выглядит. Давайте мы сейчас быстренько ничья в этом раунде, окей. Попробуем сделать кого-нибудь выжившим, наверное, сейчас. Или давайте через менюшку VIP возьмем себе выжившего. Посмотрим, вот, да, у нас миниганчик и камера. Да, вот, короче, мы невидимые. Скорее всего, это та малыха была выжившим. Вот, ну мы в следующем раунде можем еще посмотреть. Так, а интересно здесь, когда мы убиваем зомбаков. Когда мы убиваем зомбаков, они... так, да, они не возрождаются, и это тоже очень-очень круто. Да, вот перчаточки такие у нас новогодние, зимние, тоже очень круто смотрится. Так, давайте, давайте, где у нас... Вот зомбаки, давайте... Кстати, прикольный зомби-класс вот этот вот, мне нравится. И хпшек здесь очень-очень много. Так, и остается последний у нас. Ну, посмотрите на эти перчатки, прям сделаны очень-очень круто. Согласитесь, пацаны. Вот напишите от 1 до 10, как вам эти перчаточки. Мне лично безумно-безумно нравится. Вот нужно урон на них, кстати, потестить, посмотреть, сколько хпшек снимают. Тут прям как боксируют на правую кнопку мыши. На хук такой, бац-бац-бац. Блин, прикольно, как от первого лица вот так играют с такими перчатками. Прям прикольно. Можно какие-нибудь моды такие придумать еще в КС-очке и сделать. Вот, паренек, давайте с перчаточками. Меня заморозил, он застопил. Давайте попробуем с перчаточками посмотреть по урону, что это делает. По 200 хп где-то в среднем снимает. Давайте, опа, 7, сразу минус 2000 хпшек. Да, на правую кнопку мыши по минус 2000 хп сносит. Тоже неплохо. Так, дьявола мы, в принципе, посмотрели. Выжившего тоже. И моделька у паренька была, короче, выжившего, скорее всего. Вот, все, взяли минус 1600 сходу вот так хуком, бац, сняли правым. Тоже очень классно. Так, управление зомби-модом, сделать выжившим. Вот, какой ник у паренька... А, вот, блин, ну прикольно, мне, кстати, нравятся вот такие вот модельки, прикольно смотрится, я ни разу такого не видел, и у нас получается сейчас дьявол, вот, допустим, данный пункт только в начале раунда, и все, у нас сейчас получается раунд дьявола, рандомно произошел, вот, ну, прикольно, прикольно, вот, завалил одного паренька, дается хуковое время титана, а во, о, кстати, топ, только странно, почему за обычные раунды он недоступен. А, ну, типа, понимаете, про что? В обычном раунде хук недоступен, а в этих, а на дьяволе, наоборот, доступен. Так мы можем вот так от дьявола убегать. А нет, только 5 раз вроде бы за раунд можно, как я понял. Вот. Ну, вот такой сервачок был. По оценочке ставлю однозначно высокую оценочку, потому что, пацаны, сервачок балансный, это самое главное. И повыживать, здесь минимальное количество привилегий, повыживать, поиграть, я думаю, будет само то. Поэтому, у кого будет желание зайти на сервачок, поиграть, здесь все ссылочки на него оставлю в описании, сможете с друзьями заходить, играть, кто, у кого будет желание покупать привилегии, вот. Ну и, в принципе, все. Если хотите продолжение выживания на этом сервачке, обязательно ставьте лайкосики, оформляйте подписочку на канал, нажимайте на колокольчик, пишите в комментариях, как вам данный сервачок от 1 до 10. Ну а с вами был РМЗ Сидела, всем хорошего, чудесного настроения, друзья мои, всем удачи и всем пока. Пока-пока-пока-пока.